А? Ну да. Страшно. Да что страшного, свои же едут. Страшно, сын. Ну что страшного? Все нормально. Нет, ну а что ты хочешь? Я же говорю, больно хорошо с мирным населением воевать, убивать, расстреливать. А когда спецы приезжают, так все, сразу. Вон гаубица Д-30. Сразу все, начинается паника. А вот, Россия вторглась, нас обижают. Их вообще никто не звал сюда, по большому счету. Все. Сколько можно об одном и том же, да. Были бы поумнее, уже все. Они для этого и есть политики, чтобы договариваться. Да. А вести войска и воевать против людей много ума не надо. Так что, что тут, собственно говоря, рассказывать? Если все такие европейцы, то обратились бы сюда, посмотрели, что происходит. Никому же это не надо. Перевела, да, говоришь, да, вообще банк переводят с процентами или без? Да, с процентами. Сколько? Ну, там 15 гривен с тысячи, по-моему, что-то такое. Потому что снимать можно было вчера, вообще от банки, не переводя деньги, да. Ну, только 2,5%. Нет, они сумму. Дело в том, что они вчера вообще ограничения давали на снятие. Да? Да, то есть там порядка, сколько, 400 гривен, что-то такое. Да, что-то здоровая колонна, ты смотри. Сегодня с утра была. Ну, поменьше, конца, наверное. Конца и края не видно. Я вот смотрю туда дальше. И не видно даже. Даже и не видно. Ты смотри, да, гаубиц сколько много. Вообще не видно конца. Да ну что не видно? Ну когда-то же закончится. Не знаю. Не знаю, сына. Да дай бог, я говорю. Нечего здесь фашистам делать. Я не вижу. Ну вот эти... А, это 152 миллиметра, да. Слушай, так он каждый Урал тащит, да. Да, каждый везет. Это хорошо. Вон, по-моему, автобус. О, точно. Сыночка, все, пока, солнце мое. Все. Давай. Все. Давай. Все. Ну, не, подожди, это не автобус, это не тот. Закрывай точно. Дверь. Да, это, видимо, или ополченцы, или этот самый едут. Точно. Хотя, нет, Донецк, мам, Донецк. Все, пока. Все, давай.